Нет, это возможно. Саш? Сашка! 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 Мы с тобой, Александр! С Москвы привет! Все смотрят тебя, ждут! Я же говорю... Четко-четко дойду, четко. Вот дойду, она чувствует прям. Номер машины. Это другая машина. Вот сегодня привезли. 700. Да, 700 хороший. Да. Походу взяли, привезли и все. Без никаких скандалов. Да. Подъехала машина за Александром. Сегодня другая. Опять начинается судебные приставы. Александр, весь мир с тобой. Саш, я скоро уезжаю. Я приеду, сразу приеду. Если что, я приеду, Саш. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Бедный Саша. Вы что, вы как вещь-то? Вы что? Вы что делаете? Как вещь? Саша, мы приедем. Себя смотрит весь мир. Ё-моё, я не снял. Тонированная машина. Ты снял то, что я с ним разговаривал? Конечно. Вау, я все, пока ты не нажал кнопку. Ну, как вещь с Александром обращаться, прикиньте, дорогие зрители. Он же не вещь, он не преступник. Почему же так вы с ним обращаетесь? И полиция сразу уезжает, как только Александр вышел, они постоянно приезжают и дежурят. Вот, полицаи поехали. Хонгар здесь. Скорая уезжает. Да, Серег, потом они выключают. Друзья, привет! Спасибо, кто помогает. Мы с Александром следим за всем происходящим. Сегодня суд не состоялся, отменили суд, потому что у Ольги Михайловны, защитника, сегодня другое заседание суда. Сашу быстро так увезли, обращаются с ним, как с вещью с какой-то, дергают его постоянно. Это что такое? Вот Виктории руки вывернули бы. Ну зачем так обращаться с людьми? Они просто подошли поздороваться. Обнять человека, поддержать. Зачем так делаете? Все, спасибо, друзья. С вами был Сергей Тихий, Хонгар и Виктория.